со всех ракурсов снимать? Ну, хотя бы с двух, чтобы повеселее было. Я готовилась частично, но я уже забыла ответы на вопросы. Давай с простого. Как у тебя дела вообще? Ну, так, потихонечку. У тебя как? У меня отлично. У тебя совсем скоро первый матч звезд. Расскажи, как узнала, что тебя туда пригласили, и как вообще отреагировала? Для меня это было очень неожиданно, но очень приятно. Я как бы, сначала не знала, только если вот в том сезоне мне сказали. Узнала не от команды, не от клуба, а в Инстаграме. Как отреагировала? Ты была удивлена, рада, как вообще? Да, очень, много эмоций было, приятно, то, что вот я поеду первый раз. Чего ждешь от матча звезд? Ты наверняка же смотрела предыдущие, знаешь, что там бывает? Как у тебя вообще вот это внутри все переживается? Волнуюсь, конечно, еще не знаю, как это все будет происходить, но жду очень, то есть хочу уже побыстрее. Обсуждала с кем-нибудь, с девчонками, с родителями, с подружками? Да, я обсуждала с девчонками из команды, как бы, как это все происходит, что нужно делать. Они мне помогли, там, посоветовали, говорят, что будет очень круто. А по поводу конкурсов, что сказали? Я точно не буду исполнять бросок, потому что у меня шайба до ворот не долетает. Так что, думаю, буду бить булит, если мне скажут, и, думаю, девчонки мне помогут. Булит? Там ведь надо креативно что-то придумать. Есть какие-то уже идеи? Ну да, с девчонками размышляем, думаем, хотим что-то веселое сделать, так что вот пока. Давай какой-нибудь инсайт, в каком направлении хотя бы? Будете переодеваться, будете там клюшку поджигать, что может быть? Нет, будем переодеваться там, типа босса. Я думаю, все увидят. Как тебе выбор наставников? Как думаешь, какие сочетания придумает Чистяков? Мне очень приятно, что наш тренер главной команды будет на матче звезд. По сочетаниям, не знаю, я думаю, приедем туда, уже все сами увидят, когда будет матч. Запада и Востока, сейчас счет 2-2. И как бы такая ситуация на грани. Что надо делать, чтобы победить? Просто играть, как мы умеем, и все. А дальше будет уже видно. Что совпало, что получается 4 декабря матч всех звезд, 5 декабря твой день рождения. Как ты вообще собираешься выживать в этой череде праздников? Не знаю, для меня это очень большой подарок, матч звезд перед днем рождения. Так что я думаю, я получу много положительных эмоций и воспоминаний, что я запомню надолго. Какой вообще хочешь подарок получить как днем рождения? Победу на матче звезд. Ну и по приезду провести время со своими близкими людьми. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе, чтобы этот матч звезд точно был самым запоминающимся. И, конечно же, всего тебе самого крутого ко дню рождения, здоровья, счастья и вообще успехов в хоккее. Большое тебе спасибо. Мне было очень приятно.